Вчера Варсобин, позавчера Варсобин брал Варсобин. Друзья, сегодня мы на Пушкинской площади в Москве. Несмотря на сильный мороз, собралось очень много людей. Многие выступают в поддержку Хабаровска и экс-губернатора Кургала. Они куда-то его зовут. Я сказала, что активно выступают представители движения «Платошкина за новый социализм». Но сегодня как никогда активизировались провокаторы из национально-освободительного движения «Федорова». Посмотрите, как они работают. Сегодня вы увидите, с какой наглостью, напором они атакуют протестующих. Они не стесняются в выражении. Они проклинают всех и всех. Они восхваляют Путина и его команду. Они говорят о том, что только движение Федорова достойно стать во главе протестного движения. Посмотрите на их лица. Запомните, я уже показывал неоднократно, но на Пушкинской площади так активно себя они еще не вели. Видимо, получили команду. Так что имейте в виду, особенно не связывайтесь и не обращайте на них внимания. Понятно, что после трех обысков там искать уже нечего. Конечно, Да. Вот, кстати, вот там Павла называет, куда-то там написал, вот он ничего напивает, отличник нормальный. Они куда-то его зовут. Я сказала, что призывайте подписчиков, мы придем, куда бы вас ни вызвали. Для того, чтобы разобраться с вот этим модом и остальной шушерой. Ну, это уже время о том, что да, люди не дают другу. Смотрите, осуществляется провокация прямо на наших глазах. Конечно! Так, ну что я могу сказать? Ну, полный балаган здесь происходит. Я не знаю, разбираете ли вы речь. Надеюсь, что да, потому что даже я иногда не понимаю. Что это? Россия, не ваша страна. Выборы специальные жители. Павел Иванов. Идет к своей победе. Вернем отечеству мы суверенитет. Пикет выходят настоящие мужчины. За Родину все на пикет. За Родину все на пикет. Нас в 90-х правит Запад, олигархи реализовывают Клинтонский проект. Но вот прошел теперь атаку на площадке. И оккупантам, олигархам машем. Ребята, мы станем единым. Вот это единый убийца! 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 Те, кто борется за свободу Отечества, забери их души, Александр Сергеевич, плюнь на нее! Жаль, что в этой стране никаких законов не делают.